Английский язык, Rainbow English, рабочая тетрадь, шестой класс. Упражнение 7, это на чтение. Прочитайте слова. Так, слова, словосочетания и предложения. Эй. Так, сейчас. Northwest, continent, popular, either, both. Fortress, Raven, Resort, Island. С переводом. Северо-запад, континент, знаменитый, популярный, известный. Так, Kaiser тоже в некоторых вариантах. Ну, здесь основное это тоже. Both, оба. Fortress, крепость. Ворон. Так, курорт. И Island это остров. B. Millions of people, миллионы людей. A red double-decker, двухэтажный вот этот красный автобус. Island in the ocean, остров в океане. During that time, во время, на протяжении того времени. In the southeast, на юго-востоке. At the health resort, на курорте, который здоровье восстанавливает. В общем, забыла я эти названия. To the northwest of the continent. К северо-западу континента. In the government offices. В правительственных офисах, кабинетах. To keep a diary. Вести дневник. An ancient tradition. Древняя традиция. I love both of my parents. Я люблю обоих своих родителей. They didn't visit the fortress either. Они не посетили крепость также. Ну, здесь лучше также в начало. Они также не посетили крепость. You can look at Buckingham Palace on your way back home. Вы можете посмотреть на Букингемский дворец на, по пути домой. In ancient times, the town lay to the south of Glasgow. В древние времена город находился к югу от Глазго. They found fishing really interesting. Они нашли для себя, что рыбалка является также довольно интересным занятием. The old prison was a terrible place. Старая тюрьма была ужасным местом. During their visit to the UK, they visited the Isle of Wight. Во время своего посещения Соединенного Королевства они посетили остров Уайт. What do you mean when you say Great Britain? Что ты имеешь в виду, когда говоришь Great Britain, то есть Великобритания. The dome of St. Paul's Cathedral is very big. Купол собора Святого Павла очень большой. Is it popular to go boating on the lake in Hyde Park? Является ли это таким знаменитым занятием, популярным занятием, кататься на лодке по озеру в Гайд-парке?